Всем привет! Сегодня приехали с семьей на клубнику опять, на это же поле. У меня есть видео. И в этом году я уже удивлен. Уже вроде как клубника началась 8 дней, как уже идет. И уже выглядит клубника, смотрите как. Вот так уже поле. Уже листья какие-то почти скручены, мелкие в этом году. И хотя дождей было много, и уже не поливают его, эту клубнику второй год. И вот это ленточный капельный полив. Ленты. Здесь вот шланги идут, не знаю, с водой. Откуда вода? Видать, там еще сверху вот там клубника идет, ряды продолжается. Там она с самого верху, видать, идет. Вон там покрупней клубника такая, сорт крупный. Но там нам нельзя собирать. Это они на продажу чисто идет. А это вот они сажают специально, чтобы люди собирали и покупали. И вот они его 2 года сейчас держат. Первый год было застелено все соломой. Там у меня видео есть. Все рядки ухажены были, все ухожены. И пленка была здесь, агропленка. Была как новая все. Сейчас вся дырявая. Видать, за зиму и мышь тут прогрызли все. Уже все в дырах. Видно, что мыши вон бегали. Прогрызли зимой. И что это поле? Солома. Солома тоже все. Солома смыла. Уже и не соломы нет, и клубника уже мелкая в этом году. В том году была очень крупная. А в этом году как земляника уже мелкая. Вот смотрите. Хотя можно что-то еще выбрать. Ну так. Ягода. Вкусно. Сочно есть можно. Цена тоже не изменилась. Тоже. Килограмм 8 евро стоит. Так что как-то так. Вот видите, вообще уже даже кусты уже все позасыхали с того года. В том году такая ботва была здесь стояла, красивая, как он на том поле там выше. Там выше. Там сочные такие трава. Не трава, а клубника. Сейчас ближе подойду. Покажу. Вот в том году примерно такая вот была ботва. Вот как здесь. Там ухожено. И солома тоже постелена. Ну там, видать, сорт какой-то другой, не знаю. А с этой стороны, вот видите, уже все сухо. Вот. Розлив. Вода здесь. Краны. Давление какое, не знаю. Уже все отключено в этом году. Ничего не увидишь. Вот трубы идут. Шланги. Ну не шланги, как ленты капельного полива. Все уже засохло. Хотя еще будет до конца июня. Так, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, кто не подписан. Всем пока!